изучил политику партии «Единая Россия», я и мы все видим, что она полностью направлена на развитие регионов, на улучшение благосостояния всех слоев населения. Все программы выполняются, все в правом поле, все выглядит очень достойно. Мы видим это, все ощущаем в наших новых регионах, что накопленный большой опыт партийной деятельности, ну, целиком и полностью направлен еще на улучшение жизни разных слоев населения. Я работаю в сельхозбизнесе, ну, как бы тоже труд наш нелегкий. И на данный момент много вопросов есть в связи с санкционным давлением на Россию. То есть все это, невзирая на это давление санкционное, наш бизнес развивается при поддержке государства. И работаем, не останавливаемся, и применяем новые технологии, и ощущаем реально поддержку партии «Единая Россия». И хочу быть тоже полезным, внести свою лепту в этот нелегкий труд, чтобы было направлено все, повторюсь, на улучшение жизни, качества наших граждан.